Коллеги, приветствую вас. Меня зовут Ольга Колзина. Я бизнес-тренер и руководитель отдела обучения и развития прекрасного международного курорта «Роза Хутор». Коллеги, сказала не случайно, вы преподаватели, я преподаватель. У меня высшее психологическое образование и 17-летний стаж преподавания. Я понимаю, как нам с вами сейчас очень непросто с теми сотрудниками, с теми учащимися, которые приходят на наши учебные мероприятия, на наши с вами занятия. Мир изменился настолько, что мы не всегда понимаем, что делать в этой ситуации, что нужно тому студенту, тому ученику, который пришел к вам, что должно вызвать блеск в его глазах. Это просто сейчас с каждым днем все сложнее и сложнее сделать. Я помогу вам в этом вопросе. Последнее время ко мне очень часто приходят руководители различных служб или коллеги по бизнесу и говорят, что делать, чтобы зажечь наших сотрудников, чтобы замотивировать их на учебный процесс. И мы сможем с вами это сделать вместе на нашем учебном курсе. Мы поговорим, как выстроить свое занятие, чтобы оно было интересно именно для взрослых людей. Я поделюсь с вами теорией поколений, потому что все-таки те, кто родились в 20 веке, сильно отличаются от тех, кто родились в 21-м, и особенно тех, кто родились после 2000-х. Это люди уже другого поколения, которые совершенно иначе воспринимают учебный процесс и мотивируют их совершенно не то же самое, что людей, родившихся в 60-е и 70-е годы. Это сильно изменит эффективность ваших занятий, и вы, и ваши студенты смогут получать удовольствие от процесса. Кроме этого, мы обязательно коснемся темы корпоративного обучения, потому что когда вы ведете свои занятия для участников, работающих в корпоративном формате, есть свои нюансы, так, чтобы были довольны и руководители корпорации, и ваши студенты, ну и вы сами, конечно, смогли получить удовольствие от процесса обучения. Жду вас на нашей программе. Welcome!